Идем в магазин, ребята. Всем привет, меня зовут Настя, вы на канале «Жизнь в Англии». Сегодня 1 сентября, во всем мире практически начинается школа. Да, я буду попасть в школу. Да, сегодня 1 сентября, и школа начинается уже практически во всем мире. Но в Англии школа начинается не совсем с 1 сентября, а чуть-чуть попозже, в каждой школе по-своему. И вот у Максика закончился садик, и наконец-то можем спокойно прогуляться до магазина, специальный магазин для униформы, для школы. И вот мы сегодня туда направляемся, чтобы купить ему форму. Мы дошли до магазина. Вот так выглядит магазин униформы. Здесь даже написано, что для школы. Итак, мы продолжаем покупать форму для школы. Мы зашли в магазин, и там были только джемперочки, где были лейблы, логотип школы. И вот сейчас мы едем в город, чтобы купить все остальное. Нам остались футболочки и сумку. Вот. В магазине униформы не получилось ничего заснять, потому что там была такая толкучка, и все сразу набросили, что вам надо. Сумки там тоже не было, она нужна с логотипом. И сказали, что неизвестно из-за коронавируса, когда будет новая доставка. И вообще, как бы в школу сейчас не разрешают идти с сумками. Даже так они сказали. Вот, поэтому мы поехали сейчас в город докупать все остальное. И надеюсь, что в конце видео у нас будет уже полный комплектик, и мы покажем, как выглядит школьная форма. Итак, мы взяли футболочки, да? Такой наборчик, 5 штук. Да, и сколько они стоят, Мася? 6 фунтиков, да? 4. Мне 4 года. Да, Максику 4 годика. И скоро будет 5, да. Но пошли теперь обувь выбирать, да? Вот мы подошли к школьной обуви. А обуви вообще практически нету. Все размерчики разобраны. И остались вот наши размеры. Есть только вот такие, но они нам не подходят. Они тряпичные. Скорее всего, они или для спорта, я не знаю, честно. Но для такой погоды английской, когда часто идут дожди, такие ботиночки явно не подходят. Будем искать дальше. А так выглядит отдел для школьной одежды здесь. Здесь и для мальчиков, и для девочек. Вот здесь голубенькая, там розовенькая видно. Вот здесь для плавания одежда. И вот мы уже сидим в автобусе, едем домой. Мы купили почти все, кроме носочков. Мы обошли 4 магазина или даже 5, и нигде нету черных носочков. Ни черных, ни серых. Везде просто только разноцветные носочки. И вот мы сейчас едем домой и будем мерить то, что мы купили. У нас уже полный комплект готов, кроме носочков. А, и кроме сумки, да, сумки мы обзвонили, так как мы были в городе, обзвонили ближайшие магазины, и тоже нигде нету нашей сумочки. Но, как нам сказали, что сумочкой пока в школу все равно не пустят, поэтому не так страшно. Вот, но, тем не менее, едем домой, все мерить, да, Макс? Да! Да! Итак, сейчас Макс будет у нас превращаться в школьника. Макс у нас готовый школьник. Вот так Максик будет выглядеть у нас без джемпера. И осталось еще одеть джемпер, да? Тогда у нас будет полный наборчик. Школьник Макс. Школьник Макс. А вот так у нас Макс выглядит. Ну, просто супер готовый школьник, да? И даже с лейблом. Кому понравилось это видео и школьная форма, допустим, нашей школы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь... И делитесь с друзьями. Пока! Всем пока!